Областное телевидение «Росфонд» продолжают совместный благотворительный проект в помощь детям с тяжелыми заболеваниями. Сегодня расскажем о Даниле Биулове. У мальчика детский церебральный паралич. Ему требуется дорогостоящее лечение. Помочь Дане можно, отправив смс со словом «дети» на номер 5542. Из любимого парка 4-летний Данил едет только в коляске. Ходить без помощи мамы он не может. Даже самые простые движения даются ему с трудом. А здесь держись, поднимайся. Плечики вперед. У маленького Дани детский церебральный паралич. Этот диагноз врачи поставили мальчику, когда ему не было еще и года. Пока ребенок не пополз, никаких отклонений заметить не удавалось. Я стала замечать, что он неправильно садится, он не выпрямлял ножки. И вообще, в принципе, вот ползать он, когда начал, он по лягушачьи ползал. То есть подгибая две ножки к себе. Даня прошел несколько курсов реабилитации. По словам мамы, это дало положительный результат. Сейчас малыш может сидеть, стоять у опоры, разговаривать и считать. Но чтобы ребенок научился ходить, необходимо продолжить лечение. Даню готовы принять в московской клинике, но программа стоит 199 тысяч 430 рублей. У семьи Биуловых таких денег нет. Даня нуждается в госпитализации для проведения восстановительного лечения. Необходимо снизить патологический тонус мышц, развить у мальчика координацию движений, мелкую моторику, чувство равновесия и навыки самостоятельной ходьбы. Помочь Дане может каждый. Для этого необходимо отправить смс со словом «дети» на номер 5542. Стоимость 75 рублей. В ответ придет сообщение с просьбой подтвердить оплату услуги. Если вы не выполните это требование, деньги до малыша не дойдут. Юлия Сталина, Андрей Поликушин. События ОТВ.